Я так и думал, что этот засранец сделает еще один этот прикол с... Пламенный привет, с вами снова Александр, более известный как Герон, ты смотришь канал Геронкрафт, а этот день настал. Сегодня у нас очередная карта головоломка и, конечно же, все самое ваше любимое. И сегодня мы будем искать 5 секретных способов, как умереть, с использованием, видимо, каких-нибудь хитрожопых багов и глюков. Перед началом этого ролика, дорогие друзья, давайте вы не забывайте поставить большой пальчик вверх под этим видео, потому что я на этой теме как карты я заморачивался хрен знает сколько, потому что вы увидите, почему на это было просто попу боль, поэтому, ребят, давайте в этот раз соберемся с мыслями, соберем всего лишь навсего 5, 6, 7, 9, ну, в общем, 12 лайков, и следующая серия тут же упаковывается, отправляется на канал, так что 12 лайкосов, дорогие друзья, и погнали. Все, поехали. Казалось бы, что может быть проще? Огонь? Давайте умрем в огне. Нет. Стена, во-первых, регенерация и защита от голода, и в-третьих, какая-то хитрая башка. А зачем? А, это подсказка, это пасхалка. Окей, Google. Табличка. Табличка стоит рядом с озером. Давайте проверим озеро. В озере ничего нет, оно слишком маленькое для того, чтобы прятать в себе секретики. Ох, мне нужно найти способ умереть на этой карте. Звучит легко, но на самом деле это сложно. То есть это, знаете, как поиск кнопки. Это как поиск, как вы знаете, у нас, если вы здесь впервые, кстати, не забывайте подписаться и поставить большой пальчик вверх под этим видео, потому что это очень важно, нужно. И я, кажется, нашел что-то. Ну-ка. Окей. Давайте наверх махнем. Просто вот сюда, например. Вот что-то вот здесь есть точно. А тут ничего не... А, это просто нагромождение, такое, словно здесь какой-то вход, на самом деле здесь ничего нету. И на... О, вот-вот я так и знал, что, как обычно, в воде спрятают какой-нибудь секретик. И, наверное... А, это просто вылет из мира. Гениально. Таким способом я действительно никогда не умирал в режиме выживания. Давайте второй вариант. Здесь снова какая-нибудь скрытая кнопочка, которая открывает нам способ какого-нибудь другому механизму для убийства, я так надеюсь. Вот. А, слушай, а элитры нету? Ну, это не очень хорошо. Да, элитры есть. Но это мы знаем, ребятушки. Так что все те, кто пришел за багами, оказались правы. У нас будет сейчас очень много багов. Я очень надеюсь, что у вас ничего не лагает, потому что мне кажется, что лагает, но по факту ни хрена ничего не лагает. Фрапси говорит, что у меня 60 FPS и все хорошо в этой жизни. Сейчас нам нужно как-то вот туда запрыгнуть, подлететь и подпрыгнуть с элитрой, и я смогу воткнуться в один блок. Сколько мне это время займет, я не знаю, ребят, так что на паузу. В теории я что-то увидел. Ауч. Да ну нафиг. Не получается. Секунду. Вроде бы получается, ребят, но как-то... Так, ладно. Сейчас я клавиатуру доломаю от злости. Ну, блин, ну... как же, блин? Сколько же я мучился с этим багом, ребят. Здесь есть дырка. Та самая, которую мы в прошлый раз с вами в прошлой... Как же его называют? На прошлой карте я вам уже показывал. Давайте жмем кнопку. Ах ты, засранец. То есть мне нужно вручную как-то до лавы добираться. Окей. Не вопрос. Вообще не вопрос. Но иногда я застреваю в текстурах, потому что, видите, мой персонаж оказывается в стоячем положении, а нужно, чтобы он был в полете находился. Ладно, я как-нибудь... Я не понимаю, как это работает, поэтому я очень много пытаюсь, а потом один раз получается. Но поскольку там приличных выражений уже не осталось, то, как говорится, ну вы поняли. Да-да-да-да-да-да-да. Можно еще, кстати, Shift попробовать. Ну-ка. Получилось. Ей, поехали. Земля. Земля, значит, меня должен загрызть зомби. Ага, у нас есть дырка. Значит, осталось найти какой-нибудь хитрый выключатель или хитрую кнопку. Я попаду, устрою обнимашки зомби. Чем вам, кстати, обнимашки нравятся? Все друзьяшки, всем обнимашки. По-моему, это звучит очень круто. Можно ставить на блоке
Подожди. Тут же был блок угля, его можно ставить. Зачем? И зачем это? А можно как-нибудь сломать? Нет, нельзя. И чё? Наверное, нужно было поставить блок на один меньше, потом вот сюда блок поставить, и мне бы это ничего не дало. После этого я мог бы запаркурить наверх. Тут есть возможность где-то получить второй раз или начать уровень сначала. Я так надеюсь, потому что я что-то как-то не очень разумно распределился блоками. Не говорите, что мне придется читерить, чтобы исправить этот баг карты. А, тут есть еще место интересное. Так, хорошо, давайте попытаемся забрать доски. Блин, комната маленькая, я заблудился как... Не знаю кто. Придется прибегнуть, ребят, к читам, к сожалению, потому что тут нет возможности получить 6 досок обратно, эти искомые. И я хотел их переставить вот так вот. Так вот, да. И тогда бы я попал. Потом вот сюда. И потом вот сюда пропаркурить наверх. Нет? Хорошо, тогда сделаем вид, что так и было задумано. Короче, тогда раз, два, три, четыре, пять и шесть, и все. Это неправильное логово, ребята. То есть, понятно, здесь был весь расчет и сделан на то, что я должен был перепроходить карту. Ладно, окей, Google, но только ты от меня этого не дождешься, потому что я не хочу мучиться с этим уровнем с элитрой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я оказываюсь здесь. Окей. Уж извиняйте, ребят, потому что, ну, доски я забрать обратно не могу, перепроходить этот момент с элитрой. А, у меня нет времени. Мне нужно ролик публиковать, а не фигню и страдать в Майнкрафте. Так, и я слышу зомбяшку. То есть, ну, в теории, как бы, можно без читов было перепройти карту, но, как говорится, это долго, очень-очень долго. Привет. Вот. I am the superhero. Незер, дайте поплаваем в лаве. Че? Это как... вот мне просто зла не хватает на автора карт. То есть нам нужно попасть каким-то образом к ифритам. А это что у нас? Так, по-моему, вот так я сделал. Хорошо. Может быть, они просто вылетят сейчас откуда-то сверху, откроется дырка, они такие: «О, здрасте, Герон, я твой подписчик». «Сгои, несчастный, потому что я твой хейтер, ха-ха-ха-ха-ха-ха». Смотри, тут что-то есть. Нет, я сейчас просто ищу какие-то лестницы скрытые, что-нибудь скрытое. Скрытое-прискрытое. Так, стоп. Смотрим. Может быть... Может быть, в лаве надо поплавать? Подожди. Же не просто так, нет? То есть сюда меня не пускают ни при каких обстоятельствах. Окей. Может быть, вот здесь надо поплавать? Как мне попасть наверх к ифритам? Мы что-то дернули, где-то что-то открылось. Ифриты! Вы толстые, жирные, ленивые задницы, летите сюда. Может, так они сыря... подожди. А тут что у нас такое интересное? Это же троллинг какой-то. Ей-богу. Так, давайте думать. Я сейчас за кадром немножечко подумаю, потому что, ну, я как бы даже не знаю, что комментировать. Я не вижу никаких других мест, где еще один рычаг можно было бы спрятать. Потому что нам нужен еще один рычаг. 100%. Стоп. Да и ничего нету. Может, тут какое-нибудь это серое стекло положили, которое фиг увидишь.
по-хитрому, нет? Нет? Окей. Может быть, я далеко ищу слишком глубоко. И где что задвигается? А, знаешь что? Здесь где-то в колонии что-то спрятано. Угу. Угу. Не знаю. А где это? Тихо. В какой стороне хоть? То есть вот здесь. Вот здесь где-то что-то сработало. Где-то вот здесь наверху. Я все ищу вторую кнопку, которая бы откроет путь наверх, на самом деле. Или, может быть, смысл в том, чтобы запрыгнуть туда, наверх? Ну-ка. Может, там еще какой-то выключатель, не? Сейчас я догадался, а что если здесь мы слышали, что этот механизм сработал здесь, а что если этот механизм отодвигает блок, который защищает нас от лавы где-то в этом районе? Вот, например, в этом районе или где-то вот здесь. Понимаете смысл? Только где? То есть мне нужно обойти все блоки с лавой? Других вариантов у меня пока нету. Если к Блейзам нельзя попасть, нужно попасть в лаву. Изи-катка. По логике вещей. Только где эта дырка может находиться? А почему здесь? Слушайте, а здесь какое-то возвышение? А как это выглядит хоть? Здесь у нас два блока этих блоков. Значит, где-то это... Возможно, здесь действительно открылся где-то проход. Но где? Давайте прочешем всю эту местность аккуратненько. Пока у меня не получается. Так, сейчас найду и скажу, где это было. Все-таки это было где-то вот в этой стороне. Я точно слышал... Звук механизма здесь, значит, здесь это и открыл. Стоп, а нельзя как-нибудь сделать так? То есть встать как-нибудь вид от третьего лица, например. Пытаюсь сейчас что-то заметить. Хотя поршень может срабатывать здесь, а блок может отодвинуться у хрена на куличках. Ну, не знаю, ребят, я честно говоря, где-то еще варианты, неужели остались? Как же мне туда запрыгнуть? Наконец-то. Я оказался прав. Здесь действительно был механизм, отвечающий за дырку. Так, the end. The end. Так вот, давайте думать, что здесь можно интересного найти. О, портал. Портал, ага. Я так и думал, что этот засранец сделает еще один этот прикол с... Так, упасть я не могу в пропасть, наверное. Или могу? Уии! Давайте портуйте меня на следующий уровень. Эй. Адский уровень? Я снова попал в начало? Короче, здесь была история. Было 6 человек, которые сделали карту. Но мы ждали 7-го, но он не приходил. Это что у нас? Сюжет из ФНАФа или вообще откуда? Короче, теперь ты должен умереть. Так. А почему я не могу управлять своим персонажем?
Подожди, а слушай, а я не могу уходить вообще. Так, а есть что-то? Да, есть меч. Ауч. А тут везде, ребят, прозрачные блоки, я не могу ни идти ни вправо, ни влево, только напрямую. Спасибо за игру, надеюсь, вы наслаждались. Ну, как тебе сказать, наслаждался, кроме двух последних уровней. Но все равно классно, клево, интересно, мне понравилось. Ай, боже мой, опять башка какого-то стила, но не моя. Сплошная дискриминация начинающих ютуберов, так что это такое. Тем не менее, благодарю за просмотр, за подписку, лайки, не забывайте подписываться на этот канал и заглядывать в описание под видео, где вас найдет, он ждет масса всего интересного, так что лайкаем, подписываемся, пишем комментарии. Всем удачи, всем пока и фура вам бабла, не забывайте предлагать свои варианты в комментариях под видео. С вами был Герн,